В областной библиотеке состоялся семинар-тренинг «Счастливая мама, счастливые дети». Посвятили его личностному развитию и духовному росту женщин, а также подняли вопросы психологического воспитания детей. Региональный совет матерей существует с 2014 года. Филиалы имеются в большинстве районов области. В состав входят более 400 участников. Они оказывают различную помощь матерям-одиночкам, неблагополучным семьям и семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. Одна из важных тем, которую обсудили в ходе семинара – профилактика употребления синтетических наркотиков и зависимого поведения среди молодежи. Главная задача областного совета матерей – пропаганда духовно-нравственных ценностей, рассмотрение наиболее острых проблем в семейно-бытовых отношениях, помощь женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.